Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, за что могут оштрафовать собачника. Собака – это не только большая радость, но и большая ответственность. Владелец лающего питомца должен заботиться не только о благополучии животного, но и о безопасности окружающих. Поэтому нужно соблюдать ряд очень важных для любого собачника правил. Иначе есть риск получить штраф. За что могут оштрафовать владельцы собаки? Давайте разбираться. Первый распространенный вид штрафов – несоблюдение правил выгула питомца. Согласно федеральным нормам, собака должна быть безопасной для окружающих. Поэтому нельзя допускать, чтобы питомец свободно перемещался по помещениям общего пользования жилых многоквартирных домов, дворам, детским и спортивным площадкам, а также по проезжей части. Во время выгула хозяин должен обязательно убирать за своей собакой. За прогулку с собакой без поводка в парке, сквере и на детской площадке придется заплатить штраф. Второй вид штрафов – несоблюдение правил перевозки собаки в общественном транспорте. По закону на питомца предусмотрено отдельное платное сидячее место. Также во время поездки у владельца должен быть ветеринарный паспорт животного. За перевозку собаки в транспорте без намордника и поводка могут оштрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей. Следующий вид штрафов – несоблюдение правил нахождения собаки в общественном месте. Например, нужно быть внимательным при посещении магазина с питомцем. Правило посещения того или иного супермаркета устанавливает сам магазин. При этом наличие намордника на собаке и короткий поводок в руках хозяина – обязательные условия. За несоблюдение этих правил предусмотрен штраф в размере от 1000 до 2000 рублей. Последний вид в нашем списке – несоблюдение правил выгула собак особо опасных пород. Потенциально опасные породы – это собаки с генетически детерминированными качествами агрессии и силы, а также гибриды и аборигенные породы, которые могут представлять опасность для окружающих. Например, в составленном экспертами списке есть крупные разновидности бульдогов, северокавказская собака и волко-собачьи гибриды. Всего опасными назвали 12 пород и их метисов. Таковы самые распространенные виды штрафов для собачников. Соблюдайте правила при нахождении вместе с собакой в общественных местах, и тогда никакой штраф вам не грозит. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!